В поселке Барсово сегодня эвакуировали школу и избирательный участок. По легенде учений, рядом с образовательным учреждением столкнулись газели и грузовик. Возникла вероятность взрыва. Спасателям пришлось принимать экстренные меры. На место ЧП тут же прибыла полиция, пожарная и скорая помощь. И пока одни тушили условное возгорание, другие оказывали помощь пострадавшим, а педагоги выводили детей из школы. К слову, авария произошла в рабочий день, когда в образовательном учреждении шли занятия. Но кроме спасения людей, нужно было обеспечить сохранность избирательных бюллетеней. В школе находятся два избирательных участка. Членов избиркома эвакуировали под охраной полиции. Тут же, видите, пошел вопрос о том, что два избирательных участка, уже получены избирательные бюллетени. Соответственно, чрезвычайная ситуация может привести и к этому, а это и нарушение избирательного процесса. Поэтому эвакуация была сегодня и учеников, и эвакуация избирательных бюллетеней.